Сана 8 минут потратил. Всем привет, с вами я вернулся. Всем привет, с вами Снег, и это очередной выпуск «Прежде чем купить» Скотт Пилигрим против всего мира. Меня какое-то время не было, и я вернулся, и все, и теперь будут выпуски. Ура! Наш пациент, Скотт Пилигрим. Напишите, пожалуйста, в комментариях, знаете ли вы, что это и кто это? Я большой поклонник фильма «Скотт Пилигрим против всех». Или как на английском он будет, «Скотт Пилигрим» versus the world. Значит, против всего мира, как бы. Ну, наши локализаторы. Мне уже один из нас хватает. Игра в жанре beat'em up. Все, кто знаком с этим жанром, то, в принципе, особо объяснять нечего. Мы идем, мы деремся, мы проходим дальше, у нас есть босс, мы побеждаем босса, проходим дальше, и как бы все. Но тут, может быть, фактор сработал то, что я поклонник фильма. А кто не смотрел фильм, то я советую обязательно его посмотреть. Фильм, как и игра, основаны на комиксах Брайана Ли О'Мэлли «Скотт Пилигрим». Фильм назывался «Скотт Пилигрим против всех» или «Против всего мира», как я называю. Наш паренек Скотт влюбляется в девушку Рамону Флауэрс, которая пришла к ним в школу. Чтобы быть с ней вместе, ему надо победить 7 злых бывших Рамоны. Небольшой спойлер, в том числе там будет и девушка. Ну да ладно. И в принципе все, на этом строится весь сюжет. Игры, фильма, комиксов. Но смотреть за этим интересно. Фильм я, конечно, пересматриваю не каждый год, но раз за разом я это делаю, потому что фильм произвел очень большое впечатление. А Скотт дома? Такое дело, он только что ушел. Он стебный, он красочный, он отсылается на игры. Того времени игры, как Марио, где надо было собирать монетки. Там играет Крис Эванс. Когда он еще не был Капитаном Америка. Теперь это мейнстрим. Хотя актер он хороший. Как я уже говорил, игра в стиле beat'em up. Такого олдскульного beat'em up, где все в таких небольших кубиках, в плоховатеньком качестве. Ты бьешь врагов, собираешь с них монеты, доходишь до злого бывшего, расправляешься с ним, переходишь в следующую комнату, опять же бьешь врагов и так далее и тому подобное. А это все дело происходит под отличную музыку. К сожалению, не могу ее поставить, фиг его знает, что там с авторами, и будут мне там авторские права, ну тебе. Но те, кто играл Streets of Rage, и те, кому нравится такого типа игры, то я обязательно советую ее. Streets of Rage мы прошли с друзьями по онлайну на ПК. Скотт Пилигрима я играю на плойке, один. Максимальное количество игроков это 4. Также можно раздать 4 геймпада и играть в одной комнате. Но у меня вопрос, у кого дома будет 4 геймпада? Мне как поклоннику фильма играть интересно, и ты вспоминаешь какие-то моменты из фильма. И я уверен, что я вскоре его пересмотрю. Когда я запустил игру, я сначала не понимал, что делать. Я знал, что вот это удар ногой, вот это удар рукой, вот это прыжок, а больше ничего. Как хилиться. В Streets of Rage как-то это было более понятнее. Ты разбиваешь коробку, оттуда выпадает курица, ты съедаешь курицу, у тебя восстанавливаются жизни, ты проходишь дальше. Здесь никаких куриц, ничего нету, одни монетки и все. Еще на тебя нападают 5, по 10 человек, а тебе еще надо от них отбиться. А потом я вспоминаю, что тут же еще и блок есть, а я его не нажимаю, а почему у меня так жизни быстро пропадают? В конце концов, ты начинаешь более-менее понимать игру. Проиграешь один раз, начнешь заново, прокачаешь левел, откроются дополнительные атаки. Злодеев бить станет легче. С каждым уровнем добавляются все новые и новые приемы, которые ты изучаешь,
И с этими приемами игра играет со всеми другими красками. В конце концов, ты понимаешь, что есть магазин, в который можно зайти и купить поесть, и это уже тебе восстановит жизни. Драйвовый геймплей, который ты открываешь с каждым уровнем, потому что добавляются новые приемы. Драйвовые саундтреки. Саундтреки, кстати, тоже можно в магазинах покупать и открывать. Сюжетная история, не скажу, что там сильно что-то, ну как и обычный битэмап. Там особо историю так поверхностно, лишь бы что-то было. Да, мы тут как в фильме, как в комиксах, сражаемся со злыми бывшими, в конце показывают картинку, как мы с Рамона Флауэрс целуемся. Уии! Когда я сначала запустил игру, показалось какой-то недоделанный битэмап. Streets of Rage мне показалось даже был интереснее. Да, Streets of Rage 4 это новая игра, там и качество получше, и картинка посочнее. Тут не скажу, что клевая картинка, но не дело в картинке, а дело в тех эмоциях, которые ты получаешь, играя в эту игру. Поэтому я вернулся, а теперь начнут выходить разного типа видео. И если ты еще не подписан на канал, то обязательно подпишись. Также поставь лайк и поделись каналом. Игру я вам советую. А мы увидимся в ближайшее время. С вами был Снег. GG. Снова новый обзор. Третий день не сплю. В топ мне б завтра попасть. Мусора YouTube. Всем привет, я Гэнду. Ссылка в описании.